Ребята, всем здорово, Саныч на связи, вас всех очень рад приветствовать у себя на канале. Я, походу, нашел новый тренд у этих, так скажем, богинь. Давайте Я посмотрим. такое сегодня купила в перекрестке за 1000 рублев. Наемся. Это как? На уши обратите внимание. Какой надо иметь рот ребенку? Это же для ребенка. Если вы не знаете, что мне подарить на день рождения, ну как бы, вот. Он такой тяжелый, что его кем-то можно убить. Кем-то. Им кого-то. Может, это я маленькая, он нормальный. А что будет, если я пососу его на улице? Я этим не могу избавиться от этой навязчивой идеи. Но прохожие явно в ахере будут. Ладно, понятно. У меня вопрос такой. Я просто такого еще ни разу не видел. Такие уши. Нет, я никого не оскорбляю. Просто мне интересно. Любопытство мое, да. Я такого еще ни разу не видел. Губы, там, грудь, лоб, там, ботоксы, шмотоксы, там, нос, там, кольца, эти все. Это все я видел. Как бы вот такие вот уши продолговатые, как у эльфийки, да, как бы. Я не видел такого ни разу. Это что, реально увеличится там каким-то, ну, такой формы придается хирургическим путем каким-то? Я не знаю, кто знает, пишите в комментариях.